Молдова не пропускает оборудование для компьютерной томографии. Его везли в Тираспольский госпиталь инвалидов Великой Отечественной. Приднестровский МИД сегодня сделал заявление. Это уже выходит за рамки любой адекватности, и вряд ли, скажем так, будет способствовать какому-то конструктивному диалогу между Кишиневым и Тирасполем. Вот. Мы буквально в понедельник уже обратимся в адрес действующего председательства ОБСЕ, привлечем внимание других посредников и наблюдателей в переговорном процессе. Будем рассчитывать на то, что хотя бы международное сообщество поймет, насколько эта проблема тонкая, гуманитарная, где нет места политики. В МИДе говорят, Кишинев использует любую возможность давления на Приднестровье и перешел к новой фазе. Ранее блокировали импорт медикаментов, теперь медоборудование.